Вот это ваш, да, Facebook? Да, это мой Facebook. Я им не очень умею пользоваться. Вот здесь фотография. Вот это моя морда. Да, я вижу, да, она вот такая монохромная фотография, выбранная, видимо, любовно. А в ЖЖ почему-то на аватаре Челентано. Тоже черно-белый. Вот объясните. Стал сантехником и блогером одновременно, уйдя из маркетологов. Поэтому я пытался сделать блог, чтобы он был приятен моей целевой аудитории. И естественно, что рожа Челентано мне казалась более выигрышной. Но я прятался. Отчасти я поэтому еще слава сэ, что я писал истории о родственниках, о знакомых. И совершенно не планировал. Я живу в Латвии. Тексты выходят где-то в Москве. В Москве их читают. Я надеялся, что смогу писать о ком угодно любые пасквили, или никто этого никогда не узнает. Нет, ну текст прошло читают полгода, по всему миру, потому что вы же в паутине живете. С какого-то объема, да, начинается потом. А почему-то он называется «Песен нет», вы выбрали такое название, Я хотел «Писем нет», потому что легко запоминается и просто выговаривается, но оказалось, было занято. Все очень просто, никаких вот... И я тогда собирался уходить из бардовской песни. Угу. Раз в год я собираюсь завязывать с этим делом позорным. А вы и бард еще... Да, мне даже дали на Грушинском фестивале медаль как лауреату. Ну, вы поете свои вещи, да? Нет, я аккомпаниатор. Я подыгрываю другим бардам. То есть вы не пишете тексты? Гораздо выгоднее там быть аккомпаниатором, аккомпаниаторов мало, авторов много. Поэтому можно даже медаль получить. Вот этот скриншот сегодня сделан. Написано, что социальный капитал у вас 4728. Что это обозначает? Вот социальный капитал. Это ввели какую-то систему оценки гибкую. Вы не в курсе, да? Я не очень понимаю. Я знаю, что там я был на пятом месте, когда ввели. Вот. То есть, если считать по числу подписчиков, то гораздо красивее все это выглядит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».